Добрый вечер. Прямой эфир 5-го Латвийского канала. Я Андрей Мамыкин. Приветствую вас именно на ТВ5. И началась неделя, и началась волна протестов не против референдума по негражданам, а против затеянной реформы министром образования и науки Робертом Килисом. Министр сегодня гость нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Министр образования и науки Роберт Килис родился 14 марта 1968 года в Риге. Окончил с отличием Кембриджский университет, отделение социальной антропологии, имея докторскую научную степень. Был преподавателем в Рижском французском лицее, а также лектором Рижской высшей школы экономики. В 2008 году стал председателем комиссии стратегического развития при президенте. В 2011 году стал министром образования и науки. Но есть еще люди, которые выступают против реформ министра Килиса. Они объединяются в ректорском совете нашей страны. Представитель ректорского совета и проректор Художественной академии Латвии Андрис Тейкманис тоже гостит в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Проректор Латвийской академии художеств Андрис Тейкманис родился в 1967 году, закончил Латвийскую академию художеств, имеет степень магистра. Преподавал в Латвийской академии художеств, в 2008 году стал проректором. Вас же я хочу спросить вот о чем. Что есть высшее образование в современной Латвии? Если вы считаете, что это по-прежнему престижная и очень важная вещь в жизни каждого человека, то 905-01-321 – это телефон для вас. Если вы считаете, что оно деградирует, особенно если сравнивать как с западными странами, так и с советскими стандартами, которые многое помнят, и самое главное, что дно падения этого высшего образования еще впереди. Если вы считаете так, то 905-01-322 – это телефон для вас. Если вы считаете, что образование – это просто сравнительно честный способ зарабатывания денег – то 905-01-323 – это телефон для вас. Господин министр, вот слово «реформы», оно сейчас стало таким более ругательным, мне кажется, чем вообще самые плохие слова в любом языке. И вы опять произнесли слово «реформы», спроецировали это слово на систему аккредитации вузов, и, собственно, оттуда волна протестов и пошла против вас, как со стороны ректоров, так и со стороны студенчества. Вы можете реферативно так вот зрителям рассказать, что за реформы вы затеяли? Во-первых, наверное, надо сказать, что я не один, который затеял. Три года назад правительство Домбровскиса организовало рабочую группу, которая выработала план реформы высшего образования и науки. И, в принципе, я действую тоже по этому плану. То есть, в принципе, делаю то, что три года назад правительство уже решило. Это во-первых. То есть это не только мои реформы, это установка государства и правительства трехлетней давности. Вторая вещь, то, что я хочу сделать, это изменить системные условия высшего образования для того, чтобы она стала качественной, конкурентоспособной и более доступной для тех людей, которые сейчас это не могут позволить по разным причинам, в том числе материальным. Это второе было. При слове «качественное», «конкурентоспособное» совсем скучно становится, потому что почему? Об этом еще 20 лет почему? Назад если говорили. У вас качественное образование, вы можете получать хорошую работу, двигаться по то карьере. То есть получается, что до этого было образование некачественное и нехорошее? Мы вообще не знаем, куда потом, после окончания, деваются эти, ну, которые заканчивают. То есть мы даже не можем сказать, ну, в какие отрасли они работают, сколько их работают, как они получают. Вот таких данных нет. И, во-вторых, мы имеем большой и увеличивающийся ток молодых людей после школы в другие страны за высшим образованием. Это не может ничего так не говорить другое. Они уезжают в другие страны не потому, что образование у нас плохое, а потому что хочется сразу жить в Англии, Франции или Германии. Там уровень жизни лучше. Соответственно, человек уже и выбирает высшее образование. С расчетом на свое будущее. Ну, это сравнительно. Я думаю, что многие студенты даже могут быть здесь лучше работают по материальным условиям, нежели если вы один и там живете в Великобритании. Вы здесь живете своими родителями, у вас многое обеспечено, у вас бюджетное место. Так что я не думаю, что это фактор. Фактор – это качество и выбор качества в пользу нелатвийских вузов. И мне кажется, еще вторая вещь, то, что мы все-таки на пороге разных и серьезных изменений и в экономике общества, и демографических, и финансовых, и мы не подготовлены этому. И я думаю, что мы рискуем всей системой высшего образования, если мы не будем в короткие сроки подготавливаться к изменениям. Господин Тейкманис, в чем главное
ну что ли, претензий или список претензий ректорского совета к инициативам министра и министерства? Вот что мне нравится больше всего в этих идеях? Видите ли, весь конфликт тут даже не в том, что есть плохие против хороших, или плохие ребята против хороших ребят, или реформаторы против стагнатов, как, может быть, кто-то так расписывает. В принципе, и те, которые возразили этим аккредитационным правилам, правилам, которые теперь в проекте, они тоже выходят, исходят из предположения о том, чтобы сделать наше высшее образование как можно более качественное, как можно более конкурентоспособное. И действительно, этот начало этим правилам по аккредитации, начало этим переменам было заложено примерно 3 года назад, когда был принят этот план по реформам, и выдвинул эту идею про аккредитацию, не отдельных программ, а про аккредитацию как бы отрасли, которая является, ну, для определенного вуза. Председатель Совета высшего образования профессор Янис Ветра и представители вузов почти моментально поддержали эту идею, потому что в основе этой идеи была идея о большей автономии и о большей ответственности вузов самих. Если вуз получает аккредитацию этого, ну, отрасли, в которой он работает, он более динамично может менять, работать с этими программами, лицензировать, открывать новые, очень быстро реагировать на ситуации в отрасли, где он работает, на изменения международной, там, трендов высшего образования. Ну, а разве вам сейчас этой свободы не хватает, как, например, ну, высшему учебному сейчас заведению? Сейчас у нас, как бы говорится, двухступенчатая это работа с программами. Мы сначала делаем, лицензируем программу, потом мы идем на аккредитацию этих программ. Это довольно-таки бюрократическая система. Она, в принципе, не обеспечивает качество, ведь если она бы обеспечивала качество, то многие вещи, про которые мы дискутируем, не было бы. Но вопрос в другом – это сделать эту систему более мобильной, более динамичной. И то, что получилось с этими правилами, я не знаю по какой-то причине, но есть большой такой диссонанс между тем, что говорит министр. И министр у нас действительно выдающийся интеллектуал, и многие его идеи. Это вы сейчас про человека, который рядом с вами сидит, да, говорите? И с которым я обыкновенно спорю. Слушайте, очень слава часто. Слава Богу, первое доброе слово про министра Килиса за последние 5 дней. Нет, ну, в публичном пространстве. Но я говорил, но когда я читаю эти правила, как проект этих правил, это как бы день против ночи, потому что этот проект правила просто, во-первых, это переписали старые правила по аккредитации программ, и, во-вторых, там несколько этих очень бюрократических, стагнативных аспектов просто остались в эти правила, да, там, ну, это, например, это, ну, про то, что изменять в течение 6 лет можно только 20% от содержания программы, это, думаю, абсолютно уже не соответствует в мире, мира, в котором господин мы живем. Господин министр, сколько у вас в подчинении в Министерстве образования и науки работает доярок? Или вообще специалистов по сельскому хозяйству? Я не знаю, думаю, ни одного. Ни одной. Угу. А художников сколько? Я встретил как личностей где-то 6-7, но я не 6. Знаю их образование. Ну, как личностей художников. Да. Не, в министерстве. Да, министерстве среди, да, служащих, чиновников, среди, да, ваших прямых подчиненных. Да, ну, потому что у меня есть художественные личности. А скажите, как тогда происходит процесс аккредитации Латвийского сельхозуниверситета или художественной академии, если у вас... Ну, в общем-то, люди, которые умеют бумажки писать, но которые могут не знать глубины и отрасли, и специфики, и преподавания, и взращивания научных кадров. Ну, во-первых, состав министерства довольно серьезно изменен за последние полгода. Во-вторых, этим, в принципе, нигде не занимаются сразу чиновники. Этим процессом оценки занимаются эксперты из своей отрасли. То, что занимаются, может быть, чиновники или менеджеры, это как сорганизовать этот процесс, чтобы он был, ну, прозрачный, чтобы он был компетентный, чтобы никто или очень мало оспоривали результаты. Вот это главное. А прозрачный, а вы на что намекаете? Что господин Тейкманис за взятку может в министерстве аккредитовать свою программу, что ли? Чего я думаю, что это будет немножко сложнее, но там за взятку так это сразу не можно. Ну, делать. Коньяк там, цветы, но можно, например, как это было, какое-то время предлагали, ну, как бы для работы по аккредитации лаптопы. Ну, например, членам аккредитационной комиссии. Такие вещи были.
Но это не связано с Академией художеств, это связано так, с другими прекрасно, вузами. Потому что у вас до сих пор мебель, видевшая Райниса, стоит. И, наверное, нет, счеты. Там нету Райниса, там нет мебели, на которой сидят. Ну, от лаптопов что, все равно отказались? Потому нет, что это, я понимаю, что? Это взяли, эти да? лаптопы. Но это не чиновники министерства, это чиновники такого отдельного центра, который, ну, который работает по аккредитации. А он на Марсе этим. Находится? Нет, это он центр. Здесь находится, и поэтому, что есть такие... Ну, опасение, что это может быть и в будущем. Мы не хотим называть определенные институции, которые сейчас сразу будут заниматься, потому что мы, наверное, должны ну, создавать новую и серьезную ну, такую институцию, которой можно компетентно организовать аккредитационный процесс. А, кстати, господин министр, вы вот тут с упреком говорили о нашей прекрасной молодежи, мол, уезжают за границу. А я не говорю с упреком. А сам-то они... что? Простите? Где учились вы я после учился, бакалавриата? Первое, я свое образование получил в Латвийском университете, потом учился в социальной антропологии, которой не было в Латвии. Только потому, что не было? Не было Латвии. А такое. Сейчас я есть? Поехал в самое лучшее место, где это можно а учиться. Сейчас есть социальная сейчас антропология? Сейчас социальная антропология есть. Я даже преподавал. Ладно, короткая справочка про вашу алма-матер, господин министр, в том числе, о трех, ну, наверное, самых престижных университетах мира. Оксфордский университет основан в 1096 году. Это старейший англоязычный университет в мире, первый университет Великобритании. Состоит из 38 колледжей и факультетов, 6 общежитий. Штат преподавателей Оксфорда огромен, почти 4000 человек. В Оксфорде учатся около 25 тысяч студентов. Около четверти из них иностранные. Кембриджский университет – один из наиболее известных университетов мира. Основан в 1209 году. Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов. По этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира. Гарвардский университет – один из самых известных университетов США, включает в себя 11 отдельных академических подразделений. В Гарварде работает около 2000 преподавателей. Его окончили 8 президентов США, 75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники. Господин министр, я вот, ну, слыша, да, эти имена номер один в академической среде, названия университетов, я думал, ну, наверное, в каждом 1300 студентов. Оказывается, Оксфорд, Кембридж, Гарвард 25, 18 маленькие и 20. Да. Но туда ни за взятку не попасть, ни за деньги не попасть. Нет. Там комбинация всего, и знаний, и конкурсные основы, и перспективы, ну, своей лепты в науку. Вот если все это совпадает, если ты становишься действительно элитным студентом, может быть, ты попадешь в эти высшие может учебные быть, заведения. Да. Может быть. Угу. Почему в Латвии нету этой системы? Во-первых, ресурсы раздроблены. Вы как слышали, 4000 преподавателей в одном университете. У нас 4000 преподавателей по всей Латвии, а у нас 62 высших учебных заведений. То есть, если у вас раздробленные ресурсы, вы не можете предлагать ну, мощное качество. Во-вторых, большой протекционизм. У нас, в принципе, ну, один язык преподаваний в государственных вузах, маленькая часть на английском языке. Нет такой открытости международным контактом. Все три эти университета, они мировые. То есть там и работают, и учатся со всего мира на английском языке. В-третьих, мне кажется, это раздробленность ресурсов. То есть даже в этих университетах происходит концентрация. Я могу дать пример. Я учился на отделе антропологии. Более 100 лет отделу. Его объединили в прошлом году с другими отделами в один факультет. Исходя из соображений конкуренции. То есть университет, который может 100 лет жить, вообще не думая о том, что там что-то будет, он тоже думает о конкуренции и концентрирует ресурсы. Значит, это вещь, которая должна быть в Латвии. Мы не можем 62 вузами, 4 тысячами, там 5 тысяч преподавателей по всем, да, с монолингвистическим образованием и закрытостью иностранным течением достичь качества. Это невозможно. Господин Тейкманис, вы уже ну, представляете объединение художественной академии с сельхозуниверситетом? Но зато будет единая база, доярки будут рисовать, художники будут коров доить. Сельхозуниверситетом вообще нет никаких проблем. Да, там, мы вообще-то любим сельхозуниверситеты. Когда я был студентом в конце 80-х годов, у нас с сельхозуниверситетом был общий независимый студенческий союз. Так что у нас контакты с сельхозуниверситетом давние. Ну, мы еще бы хотели объединиться с
Академии обороны, потому что художники и военные — это всегда очень хорошая связь, и военные покупают. И еще университет Страдань, потому что, как мы знаем, медики обыкновенно покупают искусство. Ну, да, это очень такое объединение, это очень такой противоречивый вопрос, потому что, ну, я, наверное, немножко подправлю министра, ну, не 62 вуза, а 62 вместе вуза и колледжи. Это высшие учебные заведения. Высшие учебные заведения, да, но обыкновенно, когда уже там, например, говорят политики, дальше они как-то теряют, и даже политики на больших постах, они говорят, у нас 62 университета в Латвии. Ну, 62 университета для Латвии, это было бы уже слишком, это каждый, даже мы, как бы, представители малого вуза поняли бы. Но, хорошо, скажите, половина из них, в художественной академии, вы назвали только что малым вузом, в художественной академии вы вдруг можете принять завтра 5000 первокурсников? Зачем? Нет, вот они придут, станут на порог, все подадут документы, все отличники, у всех десятки по единому экзамену, все хотят быть художниками, скульпторами, в общем, визуальщиками. Нет, если говорить про высшее образование в художественной сфере, то там существуют некоторые, ну, немножко другие тенденции в мире, чем в других отраслях. Нет, потому ну, численно что, ваш вуз готов что принять? Потому что численно вот мы средний вуз, даже по мировым стандартам, если наш латвийский университет маленький по мировым стандартам, то наш вуз средний по мировым стандартам. Несмотря на численность, которая меньше у вас, чем в ЛУ. Да, потому что художественные учебные заведения от 300 до 3000. Да, то там есть один художественный университет в Америке, у котором 10 тысяч студентов, но это там, там у него проблемы качества. Потому что если вы хотите качественно преподавать искусство, то вам нужно, ну, вы не можете идти на массу, вам нужно сделать некий отбор. И в Латвии, если смотреть по результатам экзаменов, то примерно, ну, мы принимаем в год 100 студентов в Академии художеств. Но если смотреть по их работам, то можно было бы 200 студентов, потому что еще примерно 100 очень качественных студентов остаются за гранью конкурса. И от них некоторые, насколько я лично знаю, уезжают в другие страны учиться дальше, потому что у них нет, они не желают платить другие вузы и учиться за свой счет. Они едут в те страны, где можно учиться бесплатно. Да. Господин министр, ЛУ этим летом набрал, если я не ошибаюсь, 4200. Угу. Ну, может, чуть побольше добавить, да, еще. Да. Худакадемия набирает 100. Угу. И художественная академия, по словам господина Тейкманиса, это средний в мире вуз. А ЛУ низенький, слабенький. Но это зависит от отрасли. Это довольно-таки Латвийский университет — это как бы общий генеральный университет по всем предметам. Но мне кажется, здесь есть одна вещь, которая как бы важна. Есть так называемая система университетов, где автономные заведения, высшие учебные заведения под одним колпаком, который как бы менеджмент только в смысле. Например, Лондонский университет, может, многие не знают, но очень известная Лондонская высшая школа экономики, часть Лондонского университета, также как Лондонская школа ориентальных студий, и также, как если я не ошибаюсь, школа искусств, которая тоже частью Лондонского университета. То есть вы хотите художественную академию присоединить? Нет, это к одна из вещей. РСУ Министрадани сделать медицинским факультетом вторым? Они уже могут быть отдельной медицинской школой, так называемой medical school, в системе университета, где тоже есть и заведение искусств, которые просто автономно работают, но в каких-то менеджментах, принципах менеджмента и управления. А что поменяется, если художественная академия не будет больше автономна, а будет частью Латвийского, например, университета, но с широкими полномочиями? Вам пример немножко, не знаю, художественный, так хорошо, но Страдань университет имеет физиотерапию как специализирование. Тоже есть в спорте академия, физиотерапия. Если в одной системе Страдань будет преподавать физиотерапию в Академии спорта, не отдельные две программы или направления там будут. Понимаете, это же концентрация ресурсов. Те же преподаватели будут преподавать в разных местах. Вы же местах говорили за конкуренцию. Вот пусть конкурируют Академия спортивной педагогики и Страдания. За что конкурируют? За маленькие деньги государства и снижающее число студентов? Зачем? Надо, я говорю, концентрация ресурсов. Все знают. Больше, но вот не знаю, какой у вас компьютер. Ой, вот маленькие фирмы вот такие не делают. Да.
Apple не может, то, что может Apple, не могут маленькие фирмы. Это вопрос концентрации, который выражается в качестве. Если мы не будем предлагать качество, будут больше студентов уезжать. И подумайте со стороны налогоплательщика. Мы платили за детсад, дошкольную школу, и он поехал со всеми этими деньгами, которые мы заплатили, и уехал в другую страну. А так это мы же платили за Латвийский университет, написала Надежда, у меня сын закончил ЛУ, экономист, учился на бюджете, свой CV заслал везде, куда только мог, в Латвии, оказывается, экономисты не нужны. Но, наверное, никто не берет. Он собирается уезжать за границу. То есть мы к детсаду сейчас добавили еще много денег, которые потратили на сына Надежды в Латвийском университете, и он пойдет собирать клубнику в Ирландию с высшим экономическим образованием. Но, наверное, это все-таки означает то, что мы должны смотреть на то, как мы правильно используем деньги налогоплательщика. Вы же даже, она тоже согласна с этим. Мы же можем бессмысленно их тратить, позволяя уезжать. Или работать. А как не позволить? Качество, железный занавес на границе? Почему? Делайте качество, которое будет привлекать студентов из других стран. Смотрите, еще одна. Мы же не тоже думаем только о латвийских студентов. О двух действительно тоже вузах, не такого уровня, не таких престижных, как Кембридж и Гарвард, но очень крупных в мировом масштабе и очень сильных двух вузах, которые находятся в разных концах земного шара. Токийский университет – один из известнейших университетов Японии, знаменитый также своими исследовательскими лабораториями. Токийский университет владеет 5 кампусами, а также 10 факультетами с 30 тысячами студентов. Московский государственный университет – один из старейших и крупнейших классических университетов России. МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 40 факультетов, более 300 кафедр и 6 филиалов, в том числе 5 зарубежных, все в странах СНГ. В МГУ учатся 50 тысяч студентов. Господин министр, это и есть точка. 120-миллионную Японию примерно в Токийском университете 30 тысяч студентов. На 140-миллионную Россию плюс те страны бывшего Советского Союза, где люди говорят на русском и хотят поступить в МГУ, 50 тысяч студентов. Но мы же не возьмем все равно столько людей, которые на латышском или на английском языке поедут в Латвию учиться в высшее учебное заведение. Почему нет? Почему не могут приезжать? У нас есть Стокгольмская школа экономики, где я работал, как вы заметили. Там студенты из Эстонии, Литвы и из других стран. Есть Страдень университет, где тоже студенты из других стран, они приезжают за... А зачем они приезжают? За качеством, конечно. Зачем еще? Почему эстонскому студенту ехать в Ригу учиться экономике, которой он может учиться или в Тартусском университете, или в Таллинском университете? Естественно, за качеством. То есть мы можем. Просто мы должны смотреть на систему управления, на другую систему финансирования, на другую систему оценки качества. И, наверное, в какое-то будущем качество должно быть самоорганизацией. Но, к сожалению, так не получилось. Самоорганизация всего этого процесса не привела к хорошему... Академия художеств, естественно, одно из исключений в смысле качества. Там более-менее все ясно, там хорошее качество. Но остальные же... разного толка. Да? Из всех остальных только Академия художеств сегодня на эфир и пришла-то. Не нападайте на Килиса, Мамыкин. Это единственный министр, который все делает правильно, пишет Петр. Высшее образование у нас уродливое, вузы плодят никому не нужных специалистов, которые пополняют армию безработных. Особенно не нужны экономисты и юристы. Их просто перебор. Я вообще считаю, чтобы Латвия была конкурентной, ей нужна сильная промышленность и сельское хозяйство. И еще одна реплика от человека, который звонит из Лепы, но представился по имени Религиус. Не знаю, так ли на самом деле. Добрый вечер. Алло, алло. Вы слышите нас? Все, пропала Лепая вместе с этим институтом, нынешним университетом. Реклама на 5-м, мы вернемся. Добрый вечер всем. Это программа «Без цензуры». 5 латвийский. Министр образования и науки страны Роберт Скилис и проректор художественной академии Андрис Тейкманис. Еще почти полчаса, вернее, уже чуть меньше, на ваших и наших экранах. Еще раз добрый вечер, господа. Добрый вечер. Онлайн-опрос, онлайн-голосование на ваших экранах. В общем, что есть сегодня высшее образование в современной Латвии? По вашему скромному опыту, но именно он
так сказать, и ценен для нас. Скажу сразу, написал Эдди, я не фанат партии Затлерса и реформ. Я по-прежнему думаю, что Затлер сделал хитрый ход, чтобы прийти к власти, огласив распоряжение номер 2. Но я действительно считаю, что Паулюц и Килис – это будущее латвийской политики. Они совершенно по-другому смотрят на вещи, и даже Спрудж, хоть он мне как личность не очень, он тоже молодец, что встал против этих королей самоуправления последнего бастиона оппозиции ЗЗС и СЦ. Вероятно, политические партии, имеет в виду наш автор. Господин Тейкманис, вот скажите честно, таким маленьким вузом, как вы, и еще меньшим вузом, даже без художественной академии, где каждый детский сад в 90-е годы вешал табличку «Не университет, так академия», маленьким князькам не хочется сейчас власть свою терять в ходе реформ Килиса, правильно? Каждому хочется быть ректором. Ну и что ж у него 20 студентов? Он ректор, жена у него проректор, сын у него декан одного факультета, младший сын декан другого. Вот так они живут. Правильно? Да, ну конечно, но если вы объедините эти все маленькие вузы в один большой вуз, вы думаете, что вы избежите, ну, в каком-то смысле внутренней администрации, там вместо ректора будет декан, вместо проректора будет продекан и так далее, потому что это административные затраты, в принципе, снижаются очень мало. Если мы смотрим на страны, где действительно происходит консолидация вузов во имени достижения качества, например, наша ближайшая страна в таком смысле Финляндия, где объединили университет Алто, технический университет Хельсинков и бизнес-школа Хельсинков. Это был большой проект. Эти были три самые лучшие вузы в Финляндии. Это их объединяли не просто не потому, что они некачественные, что они маленькие или что они недофинансированы. Наоборот, они были блестяще финансированы. Например, школа, ну, университет дизайна и искусства получил большие деньги в 90-х годах. Их объединяли под идеей создать еще более мощный университет, университет инноваций. Потому что Финляндия маленькая страна. Она большая страна как бы по сравнению с Латвией, но она маленькая страна. И государство поняло, что она не может в Финляндии построить один университет, так называемый world class. Потому что экономика Финляндии не потянет. Она может сделать что-то другое, сделать университет совершенно нового типа, сделать университет инноваций. Этот проект сначала до объединения шел 7 лет. Потому что очень важный аспект любой реформы – это управление переменами. Если, и в этом смысле мой упрек министру, что очень такие быстрые заявления, так сразу – голова с плеч. Мы это объединим. Так, министр говорит, он повторяет то, что Домбровский 3 года назад сказал. Программа написана, нет, все продолжается, как написано. Домбровский 3 года назад не сказал, что 2/3 вузов нужно закрыть. Это другой вопрос. Ведь если вы хотите управлять переменами, вам нужно добиться, чтобы те люди, которых перемены коснутся, чтобы они увидели свою роль в этих переменах. А в Скандинавии они получили эту новую роль. И не только роль, они получили новые средства, ведь государство вложило 500 миллионов евро в новый проект этой университета. Потому что очень важно, во имя чего вы объединяете. Ведь почему мы в 2009 году были одним из первых, которые подняли флаг против объединения вузов, это художественные вузы? Потому что в первом моменте, если вас объединяют с вузом, в котором вы не чувствуете, что есть это качество, которое вы желаете добиться, ведь вы будете против этого. Если бы предложение в 2009 году было бы объединить нас с Кембриджем... То есть вы хотите элитными остаться, нет, да? Чтобы не какая-то эта пролетарская академия культуры не испортила дух художественной академии. Пролетарская академия культуры, это, если смотреть, это одна из наших исторических парадигм. Ведь в 2019 году были два проекта. Ну а против чего вы выступали тогда, несколько лет назад, объединение? Ну не с Академией же обороны вы хотели объединить, правильно? Ну, конечно, с Академией обороны. Но ведь с Академией обороны мы бы объединились сразу. Там уже мы почувствовали бы заказы и работы и так далее. Там историческая тема, военная тема в живописи. Это ведь всегда монументально. Лариса, если я не ошибаюсь, звонит из Риги. Лариса, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже в эфире. Здравствуйте. Прошу вас. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Хочется сказать, что при всех здравых каких-то начинаниях господина Килиса, у него очень много разумных мыслей, но при общем состоянии
экономики, в общем, состояния образования, они, в общем-то, получаются бессмысленными по той простой причине, что маленькие вузы, они, собственно говоря, борются за то, чтобы сохранить ректора, там, двух заместителей, и все. И поэтому все это качество образования, мягко говоря, по барабану им. Вот. Но господин Келес должен вообще-то понять основную вещь такую, что у нас любые министерства, любые департаменты государственные оплачиваются с налогоплательщиков. И нужно сделать то, что обещало, собственно говоря, единство перед выборами. Пропорционально количеству оставшихся налогоплательщиков провести те самые структурные реформы. Mm-hmm. Вот, если, например, господин Келес параллельно со своими здравыми, совершенно здравыми мыслями насчет образования, абсолютно с ним согласна, вузы себя многие просто дискредитировали, да, он бы в своем родном министерстве посчитал, сколько у него департаментов, сколько там дублирующих функций. Да ладно, Министерство образования и науки одно из самых маленьких в стране. Нет, это нет, же не ну, Минобороны, а культура, культура еще меньше. Культура еще меньше. На фоне Латвии, а на фоне Европы возьмите любые структуры европейские, в том же Хельсинки, посмотрите, сколько там в департаменте образования человек, на порядок меньше. Ну ладно, ладно, в Министерстве энергетики вот Франции работает 7 человек всего. Если параллельно с этими вещами, извините, начать просчитывать какие-то вещи экономические, это же дискредитация такая, что я знакома с системой оплаты, например, в Институте философии. Я понял вас, Лариса, я просто из-за времени вас прерываю. Спасибо большое, господин министр. Я сейчас... Мне кажется, что-то не точно. Да-да-да, обещала единство, а будет Килис выполнять. Да, но это еще не... Мы так и сделали. Мы 50 человек уменьшили штат, мы сделали из... вообще ликвидировали все отделы. В Министерстве образования нет отделов. Никаких. Есть только 6 департаментов из там 9 или сколько там еще было. То есть мы и так и сделали, что меньше число людей в Латвии, меньше министерства. Хорошо, на вот четверть, даже больше. Сколько работает в центральном аппарате министерства? Сколько человек работает? 170. 170. Немножко даже меньше. В Министерстве энергетики Франции, в одной из самых больших стран по количеству атомных электростанций, работает 7 человек, включая министра. Я знаю, министра. Что в Министерстве... В ЭДФе, правда, много, Electricité de France, там... Там много, да, как в нашем Латвэнерго. Но в министерстве 7 чиновников. Да, но в принципе такая вещь и правильная, что надо так снижать и снижать. Но они же делегировали все эти функции каким-то другим институциям и организациям. Так и мы так и хотим отдайте сделать. Все на откуп. Вот так же и мы хотим сделать. Аузеншу ректору ЛУ, Наумову ректору художественной академии, отдайте все им. Они сами решат, каких программ и каких студентов куда набирать. Это все и так и было все время. То вот у нас и есть такая ситуация. А чего же они тогда возмущаются? Ваших инициатив? Аккредитация, в принципе, программ, это идея, которая зародилась в Восточной Европе, если вы смотрите, в середине 90-х годов. То есть такая посткоммунистическая, это постсоциалистическая. Это была необходимость добиться, чтобы наши дипломы как бы были серьезными за пределами восточноевропейских стран. И поэтому мы сами начали процесс аккредитации в многих странах, в том числе в Балтийских странах, приглашали зарубежные эксперты, чтобы они приезжали, смотрели, что мы тут делаем, что мы не среди, как бы говорится, леса живем, а занимаемся всеми да, этими вещами. Да, и щи лаптями хлебаем. Да, господин министр, да. Я сейчас вообще антигосударственной деятельностью начну заниматься. Да, но совсем я хотел защитить давайте, государство. Давайте, Шентейк, мы закончим, и мы начнем. У нас нет министерства энергетик вообще. Нет, у нас все да, министерство экономики. Мы еще лучше, чем Франция. Да, но у нас нет и атомных электростанций такого количества. Мы не добываем столько электричества и вообще куда как меньше. Господин министр, как вы думаете, вот что будет, если государственным вузам разрешат преподавать в том числе и на русском языке, и сюда хлынет с бывших советских республик огромное количество студентов, которые на чей не спят, хотят получить европейский диплом уже сейчас, но объективно они лучше всего говорят, там, к сожалению или к счастью, только на русском языке. Угу. Так исторически сложилось. Угу. Вы, если с такой инициативой выйдете к партнерам по правительству, что вам скажут ваши коллеги-политики? Давайте вернем русский язык в государственные вузы Латвии. Это отвергнуто, но я думаю, что внедрение русского языка, который нормальная вещь, мне кажется, не решает вопрос качества. Вопрос качества в английском языке. В первую очередь мы должны позволить все обучение дерегулировать насчет использования английского языка. Но, может быть, платные студенты из России, Казахстана, Украины принесут ту материальную базу, которая позволит университетам... Я не против этого. Но я думаю,
я уверен, что качество идет с английским языком, не с русским языком. Русский язык – это хорошая вещь для дополнения доходов, хорошая вещь для экспорта образования, все нормально. Но качество идет с внедрением английским. В англоязычную систему. Даже не в немецкий язык, даже не в немецкий, в англоязычный. Это так все-таки реальность. Так что если с английским идет русский, я сам в этом проблему не вижу. Но если, в принципе, просто так, вот давайте на русском, без того, чтобы подумать на качество английском, это, конечно, я бы даже не пришел с таким предложением сразу. Ну, два крупных вуза в Латвии, это Латвийский университет и Рижский технический университет. Естественно, кстати, исторически ЛУ родился от РТУ, а не наоборот. Короткая наша заметка. Латвийский университет – самый большой университет Латвии, основан в 1919 году при правительстве Стучки. В университете имеется 13 факультетов, 20 институтов. Рижский технический университет – старейший университет в Латвии, 8 факультетов которого предлагают полный спектр технического образования в области инженерных наук. Первое учебное заведение такого типа в России и одно из немногих в Европе. Господин министр, а что сделать, или вернее, что будет, если вдруг вы предложите сделать вот Латвийский университет и РТУ, и все. Все плюс-минус гуманитарные пусть кучкуются, включая Академию художеств, вокруг вот этого вот центрального государствообразующего, государственного элемента ЛУ. А технические отрасли вокруг РТУ, это и логично, это и академические традиции, это и преподавательский состав, и об коленку, и через хребет ломать не надо. Я когда был руководителем комиссии стратегического анализа, я предлагал как один из вариантов так называемый 2+, то есть два университета и плюс такие маленькие университеты, как Академия художества, они существуют, ну, как отдельно, но существует место для двух университетов. И что вам тогда сказала эта ректорская мафия? Тогда я не был с властью, просто что-то говорил, ну, знаете, ну, многое кто-то говорит. Сейчас я с властью двигать правила, значит, сейчас это более серьезно, но я думаю, что, в принципе, число университетов мы должны смотреть в сторону Дании. Там 5 университетов, там 4 института и все. И это сделано 7-8 лет, там сколько там, с 15-16 вузов, объединяя. Вот такое число, в принципе, и оптимальное, мне кажется, для Латвии в смысле мощи. И я согласен со специализацией, идеей специализации, что не просто вот так университет, но какая-то специализация, но, в принципе, так небольшое число университетов и несколько маленьких специализированных хороших вузов, как Академии художеств, и несколько колледжей. Это идеальная система. Вот и есть вам две трети уменьшение на 20-62. Смотрите, раз уж вы заговорили о том, что вы говорили, когда были руководителем комиссии при президенте по стратегическому анализу, я тут поковырялся в памяти, да в архиве, и нашел одну вашу цитату. Вы тогда, 2 года назад в этой студии, говорите о стратегических целях, которые, в принципе, могут быть у государства. Ну, мы вступили в ЕС, в НАТО, а что дальше? И вот как вы тогда, 2 года назад, ответили о больших целях маленькой страны. Присоединиться к кому-то или к чему-то довольно легко, чисто, ну так, концептуально. Ну, вы просто идете и присоединяетесь. Намного труднее понимать, что мы сами хотим. Да? Я бы его сравнил, например, с семьей. Там, жениться, может быть, не очень-то легко, но тоже не очень-то трудно. Но самое трудное – найти смысл, чтобы там жить, и какую-то внутреннюю сущность найти. Мне кажется, вот это и было проблема не только там последние 6-7 лет, но последние 20 лет. Найти внутреннюю сущность, почему вот такая страна, такой народ существует и что мы хотим. Внешние цели присоединиться – это довольно простые, это даже немножко поверхностные. В проекции на систему высшего образования. Вы можете нарисовать эту схему, вы можете дать автономию художественной академии, можете там все красиво на бумаге. Будет это внутренняя мотивация? Вы чувствуете, что и у академического состава, и у ректоров, и у профессуры, и у студентов есть эта внутренняя мотивация, чтобы Латвия, ну не может она быть там центром добычи угля или нефти, чтобы она стала мотивация, чтобы страна стала центром вот этой вот интеллектуальной академической деятельности? У нас даже выхода другого нет. У нас снижение числа жителей
если вообще думать о будущем, это только когда каждый из тех, которые останутся, будет более умнее, более трудоспособнее и более там, ну, высокообразованнее. Но вы чувствуете это сейчас, вот протест от ректорского совета, от студентов, от, так сказать, среднего звена, общественность уже... Понимаете, мне кажется, это немножко такая, это все немножко поверхностно, что сейчас получается, потому что это просто... Постановка, как я делаю постановку вопроса ребром, жестче, может, чем дальше, ну, было. Мы как бы привыкли, как бы около и всячески говорить. То есть я просто поставил ребром. Вы такой линдерман только от образования. Вот сделать больно, все шок получат болевой и начинают думать потом над этой проблемой. Ну, я думаю, это, во-первых, хороший результат, во-вторых, я думаю, сейчас переломный момент. Сейчас мы просто поймем, что хорошее образование... И сотрудничество для этого хорошего образования и справедливые шансы любого человека получить хорошее мировое качественное образование может быть нормальной целью, внутренней целью Латвии. Господин Тейкмис, заметьте, он не стал опровергать тезис, что он линдерман от образования. Как вы думаете, чем закончится вот эта вот дискуссия, противостояние ректоров профессуры и министерства и чиновников? Ну, видите, если я завершу мысль, которую я высказал в самом начале, я действительно искренне думаю, что господин Килис, выдающийся интеллектуал, и он очень интересный, ну, для дискуссии, и очень талантливый во многих отношениях человек, но он не прошел как бы политическую школу от депутата к министру, и у него очень мало способности идти на компромиссы, и как бы выражать свои мысли, ну, в более мягкой форме, что он говорит, что он никогда не будет делать. А ведь политику очень важно, как он коммуницирует с людьми, жизнь которых он, ну, готов переменить. И еще один, он только к 80 годам министром стал. И потом бы говорил, маразматик старый, что он несет про высшее образование. Да. И еще одна вещь, готовность... к разумным компромиссам, это тоже очень важно. Ведь как, ведь если смотреть с моей точки зрения, Килис больше, господин Килис больше как художник, не как политик действует. У него есть идея, как бы канвас, да, полотно, и он идет в банк, чтобы это господин полотно... Министр, а был бы представитель Национальной академии обороны, назвал бы вас там пушкарем или артиллеристом, понимаете? Смотрите, под финиш нашей беседы сегодняшней одна реплика про маленькие региональные вузы и совершенно глупый вопрос. Задам я вам, работа такая, вопросы задавать. Вначале плашка. Лепойский университет основан в 1954 году. Здесь 3 факультета, число студентов 2000. Даугавпилсский университет основан в 1921 году, имеет 5 факультетов и 1 филиал, число студентов 3000. Видземская высшая школа основана в 1996 году, есть 4 факультета, 1 центр, в нем учатся 1000 студентов. Господин министр, вы знаете, как за глаза называют Лепойский университет? Не слышали, нет, ни разу? Разные названия. Да? Я слышал Липовый. Ну, это, наверное, город, где рождается ветер, липовые аллеи. Соответственно, это университет, но там только 3 факультета, 2000 студентов. В Видземской 1000. Есть вузы там, где еще меньше студентов. Да? Это откуда такая мода? Из 90-х, когда у нас свобода аккредитации была? Или это наша постсоветская, посткоммунистическая тоска по хорошему образованию и искреннее желание профессуры вырваться из совка и сделать хороший вуз? А думаете, это важно сейчас истории копаться? Ну, можно, конечно. Но не получилось же, ни то, ни другое. Вот маленький вуз. У каждого есть свои достатки и недостатки, наверное. Если объединить ресурсы, был какой-то латвийский региональный университет с кампусами там в разных местах. Почему нет? Как я уже говорил, в Калифорнии так и существует. Единый университет с разными кампусами. Вы говорили о Токийском университете. Там тоже несколько кампусов. Московский, несколько кампусов. Нет проблем делать это в Латвии. Даугавпилсского конечно, это не будут. Естественно. Согласятся они, что мы будем Даугавпилсским филиалом ЛУ. Если поменять правление университетов с внутренней, как сейчас, на внешнюю, делать советы с представительством видных лидеров бизнеса и общества в советах, они могут понять, что разумнее работать вместе, нежели по отдельности в своих маленьких княжествах. И это следующая стадия
реформ, которые я буду предлагать в ближайшее время. После аккредитации будет изменение, предложение изменения в законе о вузах и новые принципы управления самими вузами, которые может привести к более быстрой консолидации. Нам пора заканчивать. И вот последние 10 секунд электронку хочу зачитать. Студентки из провинции написала. Я хочу вам сказать, господин министр, большое спасибо. Давно надо было реформировать высшее образование. Я вообще советую вам поехать в провинцию, посмотреть просто, в каких условиях живут и учатся. И должен жить бедный студент, который искренне хочет получить хорошее высшее образование здесь сейчас, в Латвии. Спасибо вам большое за то, что весь этот час вы прожили в прямом эфире 5-го Латвийского канала. Проректор Художественной академии Андрис Тейкманис и министр образования и науки Роберт Килис весь этот час были на ваших экранах. Всем большое спасибо. Они уже жмут руку. Обратите внимание. Я прощаюсь до завтра. Впереди короткие новости и Криминал Плюс.